Сейчас я вам продемонстрирую видео казни задержанного батальоном Азов, храбрыми бойцами батальона Азов. Можете не убирать детей от экранов, потому что это видео болталось в сети с конца сентября. Итак, смотрите, вот этих людей достают из подвала. Автомат? Фонарь мне дай. Заберешь, забирайте его сюда. На автомате. Кто еще в подвале? Рука была. Ну, рука держал. Теперь видите, они лежат на земле, руки за спиной, в наручниках. Вали. Да. Вот один боец берет кастрюлю, видите? Пошло. Он подходит, а дальше вы слышите звук. Николаевич, еще плюс вас. Слышите? Тарков. Дальше задержанный лежит и уже не шевелится. Знаете, что произошло? Он положил эту кастрюлю, ему на шейные позвонки ударил сверху ногой. Это видео прислал мне товарищ из Израиля. Он сказал, что я, говорит, много чего видел, связанного с терроризмом, там, с убийствами, с кровью. Но его потрясла обыденность совершения этого убийства.